This morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 8, entitled The Lord Slays the King of the Demons. Сегодня мы также прочитаем стих из седьмой песни Шримад Бхагаватам. Это будет восьмая глава. Господь уничтожает царя демонов. Text numbers 3 and 4. Мы прочитаем третий, четвертый текст. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Most of it's all just chant in his own. Я прочитаю здесь эти стихи сам. Гопавеша чалакатра путрам ханту манодаде шитва парушая вача правадам атат арханам. Translation. When Hiranyakashipu understood the entire situation, he was extremely angry, so much so that his body trembled. Thus he finally decided to kill his son, Talad. Hiranyakashipu was by nature very cruel, and feeling insulted, he began hissing like a snake, trampled upon by someone's foot. His son, Talad, was peaceful, mild, and gentle. His senses were under control, and he stood before Hiranyakashipu with folded hands. According to Pallad's age and behavior, he was not to be chastised. Yet with staring, crooked eyes, Hiranyakashipu rebuked him with the following harsh words. Перевод. Когда Хираньякашипу понял, что произошло, он разгневался до такой степени, что его тело затряслось. И в конечном итоге он решил убить своего сына Прохлада. Хиранья-Кашипу по природе был очень жесток, и, почувствовав оскорбление, он начал шипеть, подобно змее, на которую наступили. Его сын Прохлад был умиротворен, мягок и добр. Его чувства были под контролем, и он стоял перед Хиранья-Кашипу со сложенными ладонями. В соответствии с возрастом Прохлада, его поведением, его нельзя было наказывать. Тем не менее, Хиранья-Кашипу, смотря на него пылающим взглядом, начал поносить его следующими резкими словами. Report by His Divine Grace. Комментарий об Алисном Милосердии. When one is impudent towards a highly authorized devotee, one is punished by the laws of nature. Когда кто-то ведет себя нагло по отношению к истинному преданному, такая личность подвергается наказанию в соответствии с законами природы. The duration of his life is diminished, and he loses the blessings of superior persons and the result of pious activities. Продолжительность жизни такой личности уменьшается, и он теряет благословение старших и результат своего благочестия. Hiranyakashipu, for example, had achieved such great power in the material world that he could subdue practically all the planetary systems in the universe, including the heavenly planet Svargalok. Например, Hiranyakashipu достиг такого великого могущества в материальном мире, что он мог покорить практически все планетные системы Вселенной, включая райские планеты Сваргалоку. Yet now, because of his mistreatment of such a Vaishnava as Kalad Maharaj, all the results of his tapasya diminished. Тем не менее, из-за того, что он так плохо обращался с возвышенным Вайшнавом, Прохладом Махараджем, все результаты его тапаси исчезали. As stated in Srimad Bhagavatam 10.4.46, Ayu Shriyam Yashod Harman Lokan Ashisha Evacha.
Hanti Shriyamshi Sharvani Pumsho Mahat Atikraman. Quote, when one mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions, and good fortune are all destroyed. Шримад Бхагаватам, 10 песня, 4 глава, 46 текст утверждается, когда человек дурно ведет себя по отношению к великим душам, продолжительность его жизни, богатство, репутация, религиозность, собственность и удача уничтожаются. Ома гьян тмирам дасья гинам гина шалакая Чаксунимилитам джинатазмай сикурами нама Шри Чайтанья Манобишнам Шапитам Джинабутарам Швайам Рупа Кадамайам Даданти Шваха Даданти Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Бабунитти Нанда Шри Адхайта Кададхар Шивасари Гор Бхактавриндам Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе So in this verse we hear how the great boy saint, the great Vaishnava, Prahlad Maharaj was grossly, very grossly mistreated by his father Hiranyakashipu. Из этого стиха мы узнаем, как мальчик святой Прахлад Махарадж подвергался грубому обращению со стороны своего отца демона Хираньякашипу. A devotee is naturally very gentle and very kind towards all living entities. Преданный естественным образом очень добры и сострадательные ко всем живым существам. Beginning with the basic understanding in Gita, Vidya Vinaya Sampane, Brahmaniga Vahashtani, Sunichaiva Shapapicha, Pandita Sandarshanaha, that a truly learned person he sees with equal vision. Смысл этого объясняется в Бхагавад-гите, где говорится, что истинно знающий человек относится ко всем равным. A learned and gentle Brahmin, an elephant, a cow, a dog, and a dog eater. Он не делает различий между возвышенным и знающим Брахманом, между коровой, слоном, собакой, собакоедом. Because of this deep spiritual vision, the devotee doesn't consider the body very much, but he sees directly to the soul. And he understands the soul is part and parcel of Krishna. Krishna is the Supreme Father. Therefore, all living entities are my brothers and sisters. Это происходит потому, что чистый преданный не обращает внимания на внешние телесные различия. Он понимает, что внутри каждого тела духовная душа, и все души, будучи частицами Верховного Господа, Верховного Отца, являются братьями и сестрами. He sees everyone as a family member, as an essence. Он воспринимает каждого, по сути дела, как члена своей семьи. And in a good family, hard to find a Kali-Yuga, but in a good family, you're naturally, you have a certain sentiment of affection for your family, your own family. И в хорошей семье, которая, конечно, с трудом можно найти в Кали-Югу, к членам семьи относится с любовью. This is the vision a sannyasi should have. He leaves his immediate family for the extended family of humanity. So he actually treats all members of society as he would have his own family members in his grihastha ashram. И это видение, которое должен иметь саньяси, который отказывается от маленькой семьи ради того, чтобы относиться ко всему миру как к членам своей семьи, точно так же, как достойный грихаста должен относиться к своей семье. With this understanding, or better, this vision of the equality of all living entities, a devotee can imbibe the teaching of Jesus Christ, which is that we should do unto others as we would have them do unto us. Преданный
развивает духовное понимание, которое соответствует утверждению Иисуса Христа, который говорит о том, что мы должны относиться к окружающим так же, как к себе. But without the knowledge we get from the Vedic scriptures, Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, difficult to imbibe that understanding. You need the knowledge. Jivera Supoya Krishnara Nityadas. Everyone, irregardless, from the Bhagat to Brahma, is an eternal servant of Krishna. Это понимание развивается на основе тех знаний, которые описываются в ведической литературе, Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрите. Мы понимаем, что все мы изначальные слуги Кришны, Джира Сварупа Гава Кришна, Кришна Нитьядас. But this is the world of opposites, or in our Vedic language, the world of duality. Но материальный мир представляет из себя мир противоположностей, мир двойственности, как объясняют веды. There's up and down. Здесь есть верх и низ. Black and white. Черное, белое. Heat and cold. Жара и холод. Divine. Божественное. And demoniac. И демонические. So there's Prahlad, but there's the polar opposite, we say in English. The polar opposite, you've got the poles, the Arctic and the Antarctic. The polar opposite of Prahlad is Hiranyakashipu. И поэтому существуют такие святые, как Прохлад Махарадж, и существует его полярная противоположность, это Хираньякашипу. It's interesting, actually. The two of them appeared in the same family, and the pastime evolves or revolves around their interaction, and you can choose which personality you'd like to be like, or in whose footsteps you would like to follow, Prvittimar or Nivrittimar. И обе эти личности, Прохлад и Хираньякашипу, описываются в одной и той же лиле для того, чтобы мы могли проанализировать обоих и решить, за кем же следовать, за тем, кто следует по пути Прабрити Марга или за тем, кто следует по пути Нибрити Марга. The path of sense gratification or the path of renunciation, which is meant to cultivate culminated devotion. Путь чувственных наслаждений или путь отречения, который кульминирует в преданном служении Кришне. Look and see. Можем посмотреть и смотреть. Of course, we look by hearing. A saintly person, he hears, he sees through his ears, not through his eyes. Конечно, мы понимаем, слушая, святой человек, а святого человека, как говорится, можно услышать, а не увидеть. That's why we spend a lot of time hearing. Поэтому мы проводим большую часть нашего времени слушая. So we get everything correctly. We spend a lot of time hearing, a lot in the morning, many hours. Shravanam Kirtanam brings Vishnu Shmarana, remembrance, clear vision of the Lord. Чтобы развить правильное понимание, потому что процесс преданного служения таков, что за Шраванам и Киртанам естественным образом следует Смарана, памятование о Господе. So whose path do you want to follow? Чему примеру мы хотим следовать? When we were little children, very small, in America, the teacher was called Look and Tell. Look and Tell. Yeah, like 4 or 5 years old, I remember. Maybe 5, because you're in school at 5. It's called Look and Tell. You look at something, and then you stand up and tell the class about it. Like a dog, or a cat, or a pencil. You know, little children. Look and Tell. Когда мы были маленькими, у нас была такая система обучения в Америке. Нас спросили, ну это в подготовительном классе, нас спросили посмотреть на какой-то предмет и описать его. Эта система называлась «Посмотри и опиши», например, собаку или там карандаш, что они себе представляют. So look at Prahlad. Посмотрите на Прохлад. Look at Hiranyakashipu and tell me. Посмотрите на Hiranyakashipu. Which path you want to follow. И опишите, какому пути вы хотите следовать, чему примеру вы хотите следовать. In America, the Christians, they say, you take the high road, I'll take the low road, you'll go to heaven and I'll go to hell. There's only two choices. В христианском представлении об Америке, есть христианское утверждение в Америке, ты можешь двигаться вниз, но я буду двигаться вверх. Я попаду в рай, а ты попадешь в ад. То есть фактически у нас только два выбора, два направления движения.
Unfortunately, it's ironic that Hiranyakashipu is almost a prototype hero in the Kali Yuga. He's a lean, mean fighting machine. This is American slang. He's lean, he's mean, he's a fighting machine. И, к сожалению, в Кали-Югу в основном героями являются личности, подобные Хиранья-Кашипу. То есть люди поклоняются таким злым и проворным машинам для войны, военным машинам. In Vedic culture, this is mode of ignorance, but in Vedic culture, people were at least taught to aspire for the mode of goodness, and the prototype hero was the Brahmana, who would sit all day and speak spiritual knowledge to destroy our doubts and enlighten our Krishna consciousness. And Brahmins, they sit, and then their reward was they get food. So a little, Brahmin always had a little belly. Nowadays, if you have a little belly, this is not so good. You have to trim down and be lean and mean and fight. Brahmins, no, they're a little pudgy. It's a jolly and always little pointing out the futility of material life and the alternative of Krishna. So it's back to front. В ведической культуре образцами для поведения для людей были брахманы. Брахманы, они очень спокойные, умиротворенные, никуда не спешат, любят хорошо поесть, у них такой животик обычно, да, в Кали-Югу. Говорится, что это очень плохо иметь живот, надо похудеть, чтобы быть таким злым, проворным, чтобы сражаться с окружающими. То есть система ценностей очень сильно изменилась в наше время у людей. They weren't overweight, they just had, you know, from the milkweeds they had a little. Это не обозначает, что брахманы, конечно, страдали от ожирения, то есть на небольшой животик, небольшие животики им было положено иметь. Nowadays people perform austerities not for spiritual purposes, but for material purposes. They stop eating, so they'll get thin, because that's in vogue to be thin. Конечно, в ведической культуре люди тоже голодали, но не для того, чтобы достичь каких-то материальных целей. Они постились ради удовлетворения Всевышнего Господа, они тоже худели из-за этого. In Africa, the men went anyway. When they went to marry, they always choose a big mama, a big, heavy-set woman. This is considered, because she's successful, she must have, her family must have money because they have good food and servants do the work. So the men want to marry a big woman, big, fat woman. In West, they want to marry skinny little, it's all bodily concept of life. It's different heroines and heroes prototype. The Vedic culture was based on a different concept, spiritual ideas. Например, у разных народов разное представление о красоте и достатке, как в Африке. Каждый юноша мечтает, чтобы его невеста была как можно толще, потому что это обозначает, что семья богатая, могут так хорошо раскормить и готовят хорошо, и это обозначает, что в доме слуги и так далее. На Западе все пытаются... Все юноши мечтают об очень худеньких невестах. То есть существует прямо противоположная концепция представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. The Russians always longer than the Russians. But I was recently in South Africa and I was young. I was with the family, I'm very friendly with them. And it was a light moment and we were sitting around, the little girl came in, she was 7. And her sister was getting married, so her father said, one day you'll also get married. В Южной Африке ко мне пришли две девочки на даршан, и одна была уже замужнего возраста, она выходила замуж. И я сказал ее маленькой сестре, в один прекрасный день ты тоже выйдешь замуж. So I just joked, I said, yes, and your husband will be very handsome, he'll be very wealthy, he'll be very famous. And she looked at me with this look, you know, like, that's not what's important, Maharaj. What's important is that he'll be Krishna conscious. Said, okay. From the mouth of a babe. Christians say from the mouth of a child. It's not important.
What's important is he'll be Krishna conscious. Oh, yes, yes, yeah, I'm Krishna conscious. И я сказал этой маленькой девочке, твой муж будет красивым, богатым, занимать очень высокое положение в обществе. Она на меня посмотрела и сказала, ну, Махарадж, ведь это не так важно. Главное, чтобы он был в сознании Кришны. И я подумал, да, устами младенца глаголит истину. И сказал, ну, конечно, сознание Кришны – это самое главное. The real point I wanted to make is that devotees, seeing everyone equally, they're naturally kind. Смысл того, о чем мы говорим, это преданные смотрят на всех одинаково сострадательно, они добры ко всем. But demons are the polar opposite, they're very cruel. Но демоны прямо противоположны, они жестокие по отношению ко всем. For the satisfaction of their senses, for their sense gratification, they'll even kill. Ради удовлетворения своих чувств они готовы убивать. So we see that Hiranyakashipu, he was very angry that his son was a devotee, and he was prepared, not only prepared, but he actually tried to kill his son. Можно видеть, что из-за того, что Прохлад был преданным, Hiranyakashipu был готов убить его. Our pleasure comes from liberating people. A demon's pleasure comes from harassing people. It's hard for us to understand because we're trained, we have a different mindset, but there are people who take pleasure in seeing others suffer, believe it or not. It's true. Мы наслаждаемся тем, что делаем людей счастливыми, освобождаем их от проблем, а демоны наслаждаются, убивая людей. Верьте или нет, но есть такие люди, для которых убийство является наслаждением. You know, as devotees, we have our opposition. Мы знаем, что у нас, как у преданных, очень много противников. Like what was Haridas Thakur's crime? His crime, he says, going out in society, and he was chanting Hare Krishna, and for that he was severely punished. There's people like that. За что наказали Харидас Такура? За то, что он воспевал святые имена. Это обозначало, что кому-то нравится преследовать преданных. Remember in the beginning of the movement when we first started experiencing opposition. Because in the very beginning there was no opposition. And then all of a sudden, especially when a lot of books started going out, then we started experiencing like persecution almost. Wow, why is this happening? В начале движения мы не чувствовали, что кто-то против нас, но когда мы начали более активно проповедовать, особенно распространять много книг, сразу же появилась оппозиция, мы не могли понять, почему это происходит. Then Prabhupada made a famous quote. He said, this is in the 70s, he said, first they'll laugh at you, they'll make fun of you, these Hare Krishnas, and then they'll persecute you, but in the long term, they'll have to accept you. И Шрила Прабхупада объяснил нам, он сделал это знаменитое утверждение, что вначале над вами будут смеяться, затем вас будут преследовать, и в конце они будут вынуждены вас принять. We haven't had as much trouble here in Ukraine as they have in Russia. На Украине, конечно, у нас нет таких больших проблем, как в России. I don't think. I mean, of course, there's always problems, but Russia, the Russian Orthodox Church is different than the Ukrainian Orthodox Church. Somehow there's been some acceptance, but nevertheless, I'm sure you've experienced some opposition. Русская православная церковь намного более агрессивно настроена по отношению к нашему движению, чем Украинская православная церковь. Но я уверен, что здесь вы также сталкиваетесь с каким-то противодействием. But try to see it in a positive way. Но надо пытаться на все смотреть позитивно. Prabhupada said, if there's no opposition, that means there's no preaching. Прабхупада сказал, что если нету противодействия, это обозначает, что проповеди тоже нет. It's like in Vrindavan, before Krishna moved actually into Vrindavan, there were no demons. Так же, как во Вриндаване, до появления Кришны, демонов тоже не было. But when Krishna made his full appearance as a child, as Gopal, oh, every day there was a demon coming. Но когда Кришна проявился полностью, как Гопал, сразу начали появляться демоны. So we have to expect that it's a good sign in one sense. Поэтому это даже очень хороший признак в определенном смысле. Можно это ждать. Like Prabhupada said one time to one of my godbrothers,
In this world, he said, don't be surprised when something goes wrong. Be surprised when something goes right. Шрила Прабхупада сказал одному из моих духовных братьев, не удивляйся тому, что какие-то проблемы происходят, удивляйся, что проблем нет. So don't be surprised if sometimes you come up against opposition in preaching Krishna consciousness. This is the place where people come to forget God, not remember Him. Поэтому не удивляйся, если кто-то оставляет сознание Кришны или сознание Кришны, кто-то противодействует. Это место, в которое люди приходят для того, чтобы забыть о Боге, а не помнить о Нем. Кришна Бахирмукахана Бхагаванчакари Никаташтамайатари Джапатиадхари. This is from the Prendrivarta by Jagadananda Pandit. He said, as soon as one becomes inimical to Krishna, desires sense gratification, he's immediately struck down by the illusory energy of the Lord. Как говорится прямо в Бхагавате Джагадананда Пандита, как только человек негативно начинает относиться к Кришне, иллюзорная энергия Господа сразу же покрывает его и скидывает вниз. Down means what? Что обозначает вниз? It means Kiev, Ukraine, Moscow. Киев, Украина, Москву. You're struck down. Вы слетаете вниз. This is the down position. We're not in the up position here. Это падшее положение, это не возвышенное положение. So people have come here not for the purpose of religion. They've come here for sense gratification. Do you try to remind them of religion, Sai? What? Те, кто приходят сюда, приходят ради наслаждения чувств, а не ради религиозности. Поэтому, если вы пытаетесь людям напомнить о Боге, они могут возмущаться. If you remind them directly or indirectly, they get upset. Можно им напоминать об этом прямо или косвенно, они будут. Directly means when we preach about the name, fame, form, paraphernalia, and pastimes of Bhagavan Shri Krishna. Прямая проповедь обозначает рассказывать об имени, славе, форме и играх Бхагавана Шри Кришны. And indirectly means when you preach about the principles of Krishna consciousness, like vegetarianism, karma, reincarnation, the existence of the soul. This is like indirect. Some people get very upset when you talk about vegetarianism, reincarnation. Get really upset. Yoga. И косвенная проповедь обозначает проповедь вегетарианства, реинкарнации, кармы, йоги. И некоторые люди даже этим возмущаются. In Poland, some time back, there was a whole campaign by the church against yoga. Yoga is, connected to India, and India's religion is bad, and, of course, it passed, but yoga was considered diabolical, it was considered demoniac. В Польше в какой-то момент церковь выступала даже против йоги, потому что йога шла из Индии, и в Индии говорилось, что религия неправильная, то есть даже йога считалась каким-то демоническим явлением в прошлом. When you come in contact with the devotee, because the devotee is the Lord's representative, you become very ecstatic. That's why we're here at this festival, because there's so many devotees. Но когда мы приходим в соприкосновение с преданными, мы чувствуем экстаз, потому что это сознание Кришны. Именно поэтому мы собираемся на фестивале в окружении преданных. But others, because of the demoniac nature, when they come in contact with the devotee, they become very irritable. Но те, кто обладает демонической природой, соприкасаясь с преданными, начинают возмущаться. That's described by Arjuna in the Bhagavad Gita. Это то, что описывает Арджуна в Бхагавад Гите. He says, Shtane Rishikesha Tava Prakirtya. O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Арджуна утверждает в Бхагавад-гите, Стане Хришикеша Тава Пракритя, весь мир чувствует радость, слушая воспевание твоего святого имени, и это воспевание развивает привязанность к тебе. Although the perfected beings offer you their respectful homage, несмотря на то, что совершенные личности предлагают тебе свое почтение, the demons are afraid and they flee here and there.
Демоны чувствуют страх и разбегаются в разные стороны. So, Arjuna says that the devotees rejoice when they come in contact with you. Кришна говорит, точнее, Арджуна говорит, что преданные радуются, соприкасаясь со святым именем. It's like Bhaktivinoda Thakur said, whenever I hear the tap of the drum, the mridanga, and the chime of the kartals, he just hears it from some distance. He said, the joy in my heart knows no bounds. It just overflows. Just hearing that. Boom, boom, boom. Ah, kirtan! Where's the kirtan? Как описывает Бхактивинод Такур, когда я слышу звуки караталов или мриданги, мое сердце наполняется блаженством. Мы можем видеть, что обычно преданные, если они слышат киртан, они сразу вдохновляются, хотят в нем принять участие. But the demons, Arjuna says, Bhitani Disha Dhravanti. They become afraid and they run. Но Арджуна говорит, что демоны пугаются и разбегаются в разные стороны. Run from the holy name? Разбегаются от святого имени. You should run towards the holy name. It's your deliverer. Необходимо бежать туда, где воспевается святое имя, потому что это возможность получить освобождение. But the demoniac is a different reaction. Но демонические личности разбегаются в разные стороны. Sometimes you light incense somewhere. Oh, как, например, если вы зажигаете благовоние, кто-то начинает ругаться, что за вонь такая? As it's natural, but because they're conditioned, they take it as something different. Запах благовония естественный, но из-за своей обусловленности они думают, что. So they have to learn. They have to learn to like all these tastes in the mode of ignorance. It's an acquired taste. We say like wine and meat and cigarettes. They're not pleasant. Really, to the senses, it's an acquired taste. You have to grow up and pretend you like it, then you think you like it. It's not like the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. This is the natural joy of the soul. Everything else is like it's acquired taste. То есть мы можем понять, что вкус вина или табачного дыма или мяса не является приятным. Надо очень долгую подготовку проходить для того, чтобы приучить себя к этим вкусам, потому что они настолько неестественные. Естественный вкус, естественная радость приходит через воспевание святого имени. Все остальное искусственно. When I was young, my parents used to have parties at night, and we were little kids, like 4, 5, 6, and we'd like stare through open the door and look, and they would my brother and sister and I had a younger brother and younger sister. We were always thinking, what is it they're enjoying? Когда мы были маленькими детьми, я со своим братом и сестрой смотрели, как родители и взрослые развлекаются, что-то пьют и начинают радоваться. И мы постоянно думали, почему они радуются, что они там пьют такое странное. I remember very clearly. The party was over, everybody went home, and it was like 2 in the morning. We snuck out of our rooms to the table where they were having their pastimes. And there was still a cigarette burning. My brother, he took the cigarette and he inhaled it. And he practically died. He was coughing. And then there was some liquor in the glass, and I drank a little bit of it. And it was like, I just spit it out, and it was like poison. And my little sister would have nothing to do with it. It was just so smelling all so bad. But I told my brother, how they like these? I remember saying, how they like these things? I don't know. He said the smoke. Когда одна вечеринка закончилась, и все разъехались уже по домам, где-то было 2 часа утра, мы зашли в этот зал, где они там пировали. Развлекались, и там лежала сигарета дымящаяся, и алкоголь какой-то в рюмке. И мой брат решил попробовать вдохнуть сигаретный дым. Он чуть не умер от кашля. А я решил попробовать вкус алкоголя, и мне было настолько противно, что я плевался без конца. И мы друг друга спрашивали, как же они этим наслаждаются, что в этом может быть хорошего.
You see, the children here are looking with big wide eyes. What is Gurudev talking about? Дети смотрят большими глазами, не могут понять, о чем Гурудев говорит. You can hear about it, but you can't experience it. То есть можно лучше слушать, чем пробовать все эти вещи. Like Prabhupada said, I never engage in any sinful activity. Прабхупада говорил, что я никогда не занимался никакой греховной деятельностью. Actually, we know from Shastra that like when the living entity is very sinful, he leaves his body, he's destined towards the body of a pig, then he goes to Yamalok and he's actually trained to get used to it. He goes through the whole motions of being a pig, and then when he feels comfortable with it, then he comes back to the earth and he takes birth. It's an acquired taste. It's not natural. What's natural is the life of Krishna consciousness. That's why it's so relishable. So, ananda guri bharavanam. It can go on and on and would never satiate. This is all natural way of life. Prabhupada said in his Vyasa Puja offering, a natural way of life, as Chaitanya taught. Стилем жизни является стиль жизни в сознании Кришны. Все остальное очень искусственно. That's why when it goes back to it, it's called vantasi. It means that you've rejected it, but you go back to what you've rejected. Поэтому тот, кто отрекается от чего-то материального и потом возвращается к наслаждению этим вкусом, его называют вантаси, тот, кто наслаждается отбросами. Never leave Krishna consciousness. Никогда не оставляйте сознание Кришны. One time Bhaktisananda Saraswati, he sent some disciples to Burma to open a temple. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати отправил своих учеников в Бирму открывать храм. And they rented an apartment. Они арендовали квартиру. This was back in the 30s. It was kind of really backwards, Burma. Это было в 30-е годы, когда Бирма была достаточно отсталой страной. One day they were cooking some dal, and they were putting the chunks in the dal. You know that fiery chunks. It's a, but it's still, to our senses, this is nectar. И они готовили дал и залили туда масалу такую острую, от нее, конечно, в глазах щипает и на кашель пробивает. Но для нас это настоящий нектар. So the aroma of the chunks was going out the window and up to the upper floors, and people called the police. They said, this horrible, disgusting smell is coming from these new neighbors. You've got to stop this. It's horrible. И запах этой разогретой масала поднимался на верхние этажи из окна, и соседи вызвали полицию и сказали, что они там готовят такое ужасное. Запах нестерпимый. And they kicked them out of town. И их выгнали из города за это. So when the news, when they told Bhaktisananda Saraswati, he just smiled. Когда об этом рассказали Бхактисиддханте Сарасвати, он улыбнулся. He said, these people are all in a mode of ignorance or worse. They have different tastes than you do. Он сказал, что это люди гуни невежества, поэтому они наслаждаются совсем другими вкусами. He said, these Burmese people, this of course this is some time ago. These Burmese people, he said, they have a delicacy. They like. Он написал, что бирманцы наслаждаются особыми деликатесами. They take dead rats, dead beetles, cockroaches, worms, and dogs and cats, and they put them all in a big pot. Они собирают дохлых кошек, собак, крыс, тараканов, жуков и всех их вкладывают в большой котел. Spiders and things like that. They put all in a pot and they cover the pot and they put it in the hot sun for 3 months. Потом они закрывают этот котел крышкой и выставляют его на солнце потомиться немного. And it kind of ferments and there's a liquid kind of forms at the top. So then they take that pot down from the hot sun and that liquid is what they put on their food to give it flavor. They take a spoon from the pot and put it on their food. He said, this is the taste of these people, so they're in a different mode, so when they smell the nice chunks and dal, they think this is something very bad. Sorry, but I just sadhu's graphic. И затем все это там протухает. Could you pass the pot, please? В этом котле.
И постепенно, естественно, эти трубы выделяют трупную жидкость, которая наверх поднимается, и через несколько месяцев у них там какой-то большой фестиваль. И они раздают рис, и рис сверху поливают вот этой трупной жидкостью. То есть это то, чем они наслаждаются, объяснил Бхактисиддханта Сарасвати. Поэтому это, конечно, было какое-то время назад. Но он сказал, что поэтому вкусы этих людей резко отличаются от наших вкусов. Конечно, это ужасное описание, но это то, как саду все описывают очень конкретно. As these people cannot appreciate the taste of prasad, and they have other tastes, so it's not surprising that when they hear the sweet sound of the mridanga, the kartals, and the holy name, they are feeling repulsed. Из-за того, что эти люди привыкают к таким ужасным вкусам жизни, когда они слышат воспевание святого имени мриданги и карталы, они чувствуют отвращение. We're just analyzing the character of Dhammati, actually, that you, when you meet them, you understand this position, but at the same time, you know, deep inside their hearts, Jivira Supaya Krishna, they're all servants of Krishna. The holy name is so powerful, it can purify them, as it purified me and purified you. И несмотря на то, что они так реагируют на святое имя, но мы понимаем, как преданные, что в душе они тоже преданные, Живера Сварупоя Кришна Нитя Дас. И поэтому святое имя может очистить так же и их, так, как и нас с вами. Ашамскрита Криахина Раджаса Тамаса Бхитаха Прижасте Бхактияшнанти Малейча Раджани Убина Бхагаватам states that not purified by any Vedic rituals Bhagavatam and lacking in the practice of regular principles. Бхагаватам говорится, что тот, кто не очищен религиозными ритуалами, не следует регулирующим принципам. The people of Kali Yuga will be completely covered by the modes of passion and ignorance. Такие люди покрываются в Кали Югу гонами страсти и невежества. So, be prepared. Поэтому будьте готовы. In general, materialistic people and demonic people don't want to accept the existence of God. В основном материалистические или демонические люди не хотят принимать наставления, исходящие от Бога. Because as soon as they have to accept the existence of God, it means they are responsible for their actions. Потому что как только они примут наставления Господа, они должны будут принять ответственность за свои поступки. If there's no authority, people can get away with murder. Если нету никакого контроля, человек может все что угодно делать, даже убивать окружающих. But as soon as an authority is established and there's rules and regulations, you have to follow the instructions. Но как только есть руководство, как только есть законы, необходимо им следовать. Like when a teacher leaves the room, then the natural inclination is the student to start misbehaving. Please. In my days. Обычно, как это было в мои школьные годы, как только учитель выходит из класса, дети сразу же начинают беситься. So the demonic person really doesn't want to accept the existence of God, so he can go on with all his crazy sinful activity and not be held responsible. Поэтому люди не хотят принимать руководство Господа для того, чтобы продолжать свои сумасшедшие демонические поступки и не нести ответственность за это. But we don't have to fear the appearance of the Lord. Но мы не боимся появления Господа. A thief is afraid of the government, but a good citizen is not afraid of the government. Вор боится полиции, но честный человек не будет бояться. I remember my son Gorshakti, when he was young, he was always like, you know, afraid of the cops and just, you know, downplaying and criticizing the police all the time, you know, because he was not so good at one stage. And now he's 35 or something and he loves the cops, you know, because when there's a thief came to his house one day and they had to call the police and, you know, he doesn't like how people are speeding, so, you know, now he likes the police.
как, например, мой сын Горашакти, когда он был совсем молодым, он не всегда хорошо себя вел, поэтому он полицию боялся и постоянно их критиковал. А теперь он уже взрослый, ему 35, и он прославляет полицию, потому что один раз они приехали, защитили его от ограбления. Ему не нравится, когда люди гоняют на машинах и так далее. То есть сейчас он полюбил полицию. Бхакти Чайтанья Махараджа was telling me recently that some years ago they did a play, impromptu play, that, you know, that the play was that some devotees dressed as policemen came running into the Sunday feast and said, "Hey, where are they? Where are the criminals?" And the idea is they were going to expose everybody as a criminal because, you know, they were eating meat, taking intoxication. That was the idea of the play. Как Бхакти Чайтанья Махарадж рассказал, что однажды они импровизированный спектакль решили поставить во время воскресного пира, несколько при этом переоделись в полицейских и ворвались в храмовую комнату, крича, где преступники? Ну, то есть идея была в том, что тот, кто ест мясо и занимается духовной деятельностью, является преступником. No, it's just a play, so they dress like, so, who are the criminals? Well, you're all criminals, we're going to arrest all of you, and then tomorrow he's going to give a lecture. It's just the way they decided to do it. То есть они решили так сделать, что эти преданные, переодетые полицейскими, ворвутся и начнут кричать, кто здесь преступник, все здесь преступники, всех арестуют. И Махарадж даст лекцию и объяснит, кто преступник. So the devotees dressed as policemen and they came running out. Okay, where are the criminals? We're looking for the criminals. And as soon as they said that, these three guests just jumped up and jumped out the window and started running down the street because they were real criminals. И когда эти преданные переодетые полицейские ворвались в храмовую комнату и начали кричать, где здесь преступники? Сейчас арестуем. Трое из гостей подпрыгнули. Подбежали к окну, выпрыгнули из окна и были таковы, потому что оказалось, что это были настоящие преступники. If you're a good citizen, you don't be afraid. So when we preach and we establish God, people become uncomfortable because they've committed so much sinful activity. Devotees don't have to be afraid of anything. Sarva dharma puricchaja, mamekam saranam vraja, aham tam sabbhapabhyo, moksha simasu chaha. By surrendering to Krishna, what does he do? He takes all your sinful reactions, you have nothing to fear. Поэтому преданные не боятся Кришны и не боятся, они не против всего того, что связано с Кришной, потому что они не чувствуют себя преступниками, нарушающими законы Бога. Для них Господь очень милостивая личность, которая избавляет их от последствий всех грехов сарвадхарман прихтеджа. So God is present in the sound of His name. So naturally, a devotee, when he hears the chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, becomes very joyful. But a sinful person, he becomes nervous and upset. Поэтому, если вы видите какого-то человека, который расстраивается и возмущается по поводу воспевания святого имени, можно понять, что у такого человека есть определенные грехи. But the holy name is so powerful that it can purify the heart of even the greatest sinner. Но святое имя настолько могущественно, что оно может очистить сердце даже самого греховного человека. One time Prabhupada said, if you just chant one time, even in jest, you're making fun, whatever. He said, the Lord has got a little black book, he writes your name down, such and such chanted my name. And he follows you, the Lord follows you birth after birth, until he makes you his devotee. So Prabhupada однажды сказал, что если вы повторите святое имя хотя бы один раз, Господь запишет этот случай в свою записную книжку и будет следовать за вами рождение за рождением до тех пор, пока вы не станете преданным. And in this age, the Lord makes no distinction between divine and demoniac. Everyone's covered to a certain degree. So the holy name is beneficial, whether one likes it or doesn't like it. It still works, it still acts. И в этот век очень трудно понять, кто является божественной, кто является демонической личностью. Все так перемешано. Поэтому святое имя благоприятно для каждого, независимо от того, нравится
оно человеку или нет, все равно оно очищает. In previous ages, the mantras were only for a special class of men, the Pakka Brahmanas. And anyone else who chanted, they didn't get any real benefit because they were in the mode of passion or ignorance. You had to be situated in goodness to get the benefit. Now, by the special blessings of Lord Chaitanya, mantras are for everyone. And everyone can benefit from the mantras, a special concession in this age. В предыдущие века только особые личности, избранные личности могли воспевать ведические мантры, но Господь Чайтанья все поменял, и поэтому сейчас все люди могут воспевать Хари Кришна мантру и получать высшее благо от этого. And this is the bliss of the devotee, seeing how the mantra works in the hearts of those in the mode of ignorance and passion. This is our recreation. И наслаждение для преданного видеть, как воспевание Хари Кришна мантры очищает сердца людей от влияния гун, страсти и невежества. Это то, в чем мы черпаем свое счастье. Our recreation is Harinama Sankirtan. Наш отдых — это Харинама Санкиртан. Prabhupada said, if you got time, chant Hare Krishna. If you got some free time, go on Harinama. Прабхупада сказал, что если у вас есть свободное время, воспевайте Хари Кришна, почему бы не сходить на Харинаму? Don't go to the football match or the cricket or the... Вместо того, чтобы пойти на футбольный матч или на... Or the movies. Еще куда-то, кино куда-нибудь. Read a good novel. What is your recreation? Или прочитать детектив какой-нибудь. Как мы отдыхаем? Go out on the streets and chant Hare Krishna and enjoy seeing the mantra, the Maha Mantra, which is so powerful, purify the most fallen. It's ecstatic. Наш отдых простой. Вышли на улицу, попели Хари Кришну и посмотрели, как очищаются люди от влияния низших гун природы. Вот настоящий экстаз. As Jesus said, it's better to give than it is to receive. Иисус Христос говорит, что лучше давать, чем получать. It's so nice to receive the Maha Mantra. I mean, yesterday we did an initiation ceremony. The initiates were so happy, so satisfied, so ecstatic to get the blessing of the holy Harinam initiation. We all enjoyed that, seeing how happy. If that, just imagine, if it's better to give it than it is to receive it. Whoa, we better run out the door right now and start chanting loudly on the streets. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Давать Святое Имя так прекрасно. Мы видели, как в каком экстазе были вчера те, кто получали инициацию. Это доказательство того, что давать Святое Имя, когда вы даете Святое Имя, это то, что приносит самое большое наслаждение. Поэтому, если вы хотите наслаждаться, срочно выбегайте на улицы и воспевайте святые имена. It's transcendentally illogical. А в трансцендентном отношении это нелогично. Did you get more out of it by giving it away than taking it? Если вы больше получаете, давая, чем получая, чем забирая. What? You get more out of it when you give it away than when you get it. То есть как это понять, что мы получаем больше отдавая, чем получаем. Because you get blessings. Мы получаем благословение. Everyone's here in the festive part of the world. Guru, blessings, blessings, blessings. Some books. So here's a coal, here's a redundant. There's the blessing. No, blessings, blessings. Out! Так, на фестивале все подходят и говорят, Гуру, Гуру, мне благословение дайте. И мы говорим, что благословение хотите получить, уходите на улицу с книгами и с музыкальными инструментами. Вот вам все благословения. Prabhupada said, spiritual mathematics, material mathematics, 1 minus 1 is 0, spiritual mathematics, 1 minus 1 is 1,000. Все Прабхупада сказал, что духовная математика от материальной отличается. В материальной математике 1 минус 1 равно 0, в духовной 1 минус 1 равно 1000. Like King Rantidev in the Bhagavatam. Мы можем видеть пример царя Рантидева в Бхагаватам. He fasted 48 days, even from water he fasted. Он постился на протяжении 48 дней, воздерживаясь даже от воды.
I fasted for many days from food, but I can't fast from water. Я, конечно, пробовал на протяжении многих дней поститься без еды, но как можно поститься без воды? Once I fasted 22 days from food, but I was drinking a lot of water. 2 liters, 4 liters of water per day. Я 22 дня голодал один раз, но, по крайней мере, я пил много воды, до 4 литров в день. So after 48 days, he wasn't also, his family was also fasting. А он постился 48 дней, и не только он, а вся семья. And then some local people brought the family a large portion of food that was cooked in ghee. Of course, you're not supposed to break a fast. But anyway. And they sat down to the table to eat. И в конце кто-то принес ему большой пир, приготовленный на ги. Конечно, это не то, как прерывается пост обычно, но так или иначе они сели за стол для того, чтобы пообедать. So Brahman, you know, Brahmins, they go door to door. They're too busy preaching to work and make money. So they go to the door, and then Brahman knocked on the door, I'm hungry. So King Rantidev had been fasting for 48 days. He divided the prasadam in half. He gave half to the Brahman and kept half for himself. И как только они собрались поесть, в двери дома постучали. Это был Брахман, который собирал пожертвования. Брахманы заняты слишком сильно духовной практикой, чтобы деньги зарабатывать или готовить для себя. И он попросил пожертвования. Царь Рантидев без разговоров отдал ему половину. Then there was a knock on the door. They were ready to eat. And then the Sudra appeared. He was hungry, so King Rantidev, he cut that half portion into quarters and gave the quarter portion to the Sudra. Now he only had one quarter of the original prasadam left. Как только он собрался принять оставшуюся половину, дверь постучал Шудра, который также попросил поесть. Царь Рантидев отдал половину того, что осталось, ему осталось только четверть. Then think of another man appeared with a pack of dogs, and he said that he and his dogs were hungry, so Rantidev just gave the rest, whatever, the last portion, he gave it. All he had was a glass of water left. И затем появился человек с собаками, он сказал, что мы все голодные, и Рантидев отдал ему оставшуюся четверть. У него осталось только немного воды, чтобы пост прервать. Remember, the point we're getting to, back to is, it's better to give than receive. Seems hard to understand at this point of the story. И эта история как раз-таки иллюстрирует вот этот принцип, что лучше отдавать, чем брать. И в конце этой истории это станет очевидным. So then a Chandala appeared at the door and begged for some mercies. He was thirsty, so King Rantidev gave the glass of water and nothing left. Затем в дверях появился Чандал, который хотел пить. Рантидев отдал ему оставшуюся воду, у них не осталось вообще ничего. But then the Bhagavatam says that at that point, various prominent demigods like Brahma and Shiva and different demigods appeared. Actually, that Brahmana, that Sudra, that Chandala, so they were all these great demigods who were just testing Rantidev. И после этого перед ним появились великие полубоги, которые до этого представали перед ним в форме Брахмана, Шудра, Чандала, потому что они проверяли его на как сказать, то, насколько он следует правильным принципам. And the Bhagavatam describes that he had this charitable mood because he saw the Supreme Personality of Godhead in everyone's heart and everyone was a devotee of Krishna. So he was serving the Lord by serving the devotee. He had this vision of an uttama avatar. И они достойно вознаградили его за все его аскезы. И Бхагаватам объясняется, что он относился так сострадательно ко всем, потому что он понимал, будучи преданным, что Господь находится в сердце каждого, и каждый связан с Господом. So what did he get for his quote-unquote Krishna conscious charity? What did the Lord, what blessing did the Lord give him for his Krishna conscious charity? И какое благословение Господа он получил за свою благотворительность в сознании Кришны. The Bhagavatam says, Maya vanished like a dream. Бхагаватам объясняется, что Майя растаяла перед ним, как сон. If you wake up in the morning, oh, that was a bad dream, now back to life.
Whatever Maya was there, it vanished like a dream because of this Krishna conscious charitable attitude. Hey, we have to take the lesson that Maya will also vanish like a dream if we also serve all of Krishna's parts and parcels by, what to speak of, giving them water and food. We give them knowledge of Krishna consciousness by which they can get out of the material world and go back to God. What blessing will you get from Lord Chaitanya? И можно себе представить, something wonderful will happen. Что если перед Рантиделом Майя растаяла как сон, сон исчезает, когда мы просыпаемся, если мы будем так же, как Рантидеп, делиться с окружающими не просто пищей и водой, а знанием о Кришне, какие благословения мы можем получить от Господа Чайтаньи? Then the Bhagavatam says that anyone who followed the example of King Rantidev, anyone who followed his example, became favored by Krishna and became a pure devotee. Right out of the Bhagavatam. Anyone who followed his example, his charitable nature, in a Krishna conscious way. But by following his example, all the people that followed him became pure devotees. И Бхагаватам объясняется, что все те, кто будут следовать примеру Рантидева, будут обладать такой же, таким же состраданием и добротой, станут чистыми преданными. This preaching mood, this missionary spirit that was really enhanced by Lord Chaitanya, not new to our tradition, it goes all the way back, thousands and millions, because this is Purana, Bhagavad Purana. This mood is going back billions of years. Объясняется, что наша традиция проповеди сознания Кришны не является новой, ей тысячи и миллионы лет, но Господь Чайтанья внес в нее совершенно новый элемент. I'd like to give you two quotes, one from Bhaktivinoda Thakura and one from Srila Prabhupada. Мы процитируем Бхактивинода Такура и Шрилу Прабхупаду в этой связи. Bhaktivinoda Thakura said, a Vaishnava is meritorious in proportion to the number of devotees he's made. Бхактивинода Такур говорит, что уровень вайшнава определяется пропорционально тому, насколько он способен делать окружающих преданными Господа. And Prabhupada embellished that in a purport. He said, a Vaishnava becomes superior not by a jugglery of words, but by the number of devotees he has created. This is an exact translation. И Прабхупада комментирует это высказывание, буквально говоря, что Вайшнава определяют не потому, как он хорошо научился жонглировать словами, а потому, как он может делать окружающих по количеству преданных, которых он создает. Niranjan Swami, I think he's listening or he's watching in. Я думаю, что Niranjan Swami слушает и смотрит. He sent me a text message. He was, before we arrived, he said, I'm looking at the hall. He said, there's not so many devotees today. Where are they all? Смотрит за тем, что происходит, и он послал мне SMS, спрашивая, почему в зале не так много преданных, куда все преданные подевались. Of course, when we came in, I think the devotees all assembled. But even taking it like that, how many millions of people are in the city, and how many people are sitting in the hall? No. Несмотря на то, что здесь собралось достаточно преданных по нашим оценкам, но если сравнить с количеством населения города, какая часть, какой процент населения города присутствует сейчас здесь в зале? We should always be hankering to increase the number of family members in our movement. Мы всегда должны стремиться увеличить количество членов семьи в нашем движении. And you do that by distributing the holy names. И эту цель можно достичь, распространяя Святое Имя. It's not us that make the devotees, it's the holy names that make the devotees. Не мы делаем людей преданными, а Святое Имя. But because we make the effort, we get the credit in the eyes of the Lord. Но благодаря нашим усилиям мы получаем благо от Господа. It's like when you throw seeds out into your fertile soil. Here in Ukraine, you have this black earth, and you fly in the airplane. One of the most distinctive features of your country is this black earth. This part of Europe used to be called the breadbasket of Europe. Your black earth. You just throw a seed there and it grows. Как, например, на Украине очень плодотворная почва, чернозем. Если
сеются какие-то семена, все очень хорошо растет. Украина была известна как житница Европы в свое время. It's like you take apple seeds, you just throw them in the black earth like this. Come back a few months later as little apple trees. Если сюда даже просто семена яблок побросают в эту почву, через несколько месяцев яблони прорастут. So you just go out and throw the seed of the holy name. Bhakti Lata Beach. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Some of them are bound to take root and germinate and grow. Точно так же мы распространяем, раскидываем повсюду семена святых имен, и обязательно эти ростки прорастут по многих местах. And you get the credit. И мы получим благо. In my country, America, we hear, I don't know if it's folklore, it's really true, there was somebody called Johnny Appleseed. And he went from the East Coast, it's a true story, East Coast to the West. His whole thing was just to throw apple seeds everywhere to start, you know, bringing some real fruit amongst all the pine trees and oak trees, you know. So he just went from coast to coast, and as a result, now there's still apple orchards that are hundreds of years old that are producing. So he just threw it, but he gets the credit. He just threw the seed, he didn't grow the seed, just threw it. So you'd be like a transcendental Johnny Appleseed, and you just go and throw the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. You're bound to make some devotees, and the more devotees you make as a result, the more credit you get from Krishna. But what did you do? You just threw them out. You don't have to be so qualified. Just throw this out. Hare Krishna, Hare Krishna. It will take effect here, there, and everywhere. And Krishna will write in his book, 9,642 devotees he made in his lifetime. So I'll come home now. И в американском фольклоре есть такой герой. Кто-то говорит, что он вымышленный, кто-то говорит, что это настоящий человек. Джон Яблочные Семена. Яблочные семечки. То есть это был человек, который задался миссией по всей стране посеять яблони, и он везде раскидывал эти семечки яблоневые, и в результате до сих пор много яблонь по всей стране растет. Точно так же у нас должна быть такая миссия распространения святых имен. Если мы засеем везде эти семена, нам даже не надо быть очень квалифицированными, преданные будут появляться естественным образом, и Кришна запишет в своей книге. Он за свою жизнь 9465 человек сделал преданным, он достоин вернуться в духовный мир. If you can't go out personally, you can help the preachers. Если мы лично не можем проповедовать, мы должны помогать проповедникам. You can offer your apartment for them to stay in, you can feed them. Можно предложить свою квартиру, можно их покормить. You can give them Lakshmi. Дать Лакшми. In Vedic culture, when a man did a participated in fire yoga, the woman would simply touch his shoulder. He was doing all the work. Oh, mom, and the wife was just touching the shoulder. She was getting the same benefit. He was doing all the work. And she was just, that's the Vedic tradition. The wife just is there to assist. She's touching the shoulder. She gets the same benefit. В ведической традиции, если муж проводит ягью, женщина просто касается его плеча, и она получает все те же самые блага, ей не надо тяжело трудиться, как мужу. Or you see in Govardhan Purkama, the couples, the Brajvasis, or those who are visiting, and the man is doing, sometimes they do that 108 dandabhats in one place, and then 108, and he's doing all the dandabhats, and the wife is just touching his feet. Every time he bows down, she touches his feet, she gets the same benefit. Или же, если вы поедете на Говардхан, вы увидите, что там некоторые мужчины совершают дандавата парикраму вокруг Говардхана, за ним идет жена, и после каждого дандавата она просто касается его стоп и получает все те же самые блага, ей не надо самой ходить и кланяться. So you don't have to risk life and limb and be an itinerant preacher and go all over the world. You just throw some dakshin, some Lakshmi here, or you feed, or you house the Vaishnava, or you encourage them with some words,
This is Sankirtan, the complete glorification of the Lord. Everyone has a role to play in International Society for Krishna Consciousness. Everyone's making an effort together. Поэтому вам не надо рисковать здоровьем и жизнью, проповедуя сознание Кришны по всему миру. Вы можете просто помогать всем, чем можете, проповедникам, кинуть какие-то лакшми, пригласить домой, покормить просадом, и вы получите такие же блага, как и эти проповедники. Это движение Санкиртаны. У всех есть своя роль, свое место. Но прямо или косвенно нам надо участвовать в этом процессе. Наше счастье заключается в наблюдении за тем, как демонические личности становятся божественными. Это то, что нас радует. This is the qualification in this age, really, for going back to God. Такова квалификация в наш век. Как мы можем вернуться домой назад к Богу? As Raghunath Das Goswami prays. Raghunath Das Goswami молится. In public places, I glorify your mercy. Повсюду я прославляю твою милость. Which is granted to even the lowest creatures. Которая доступна даже самым низшим. And which enables me, even though I am low-born, и которая позволяет мне, низкорожденному, to live in this forest of Braja, жить в этом лесу Браджа, the place where your great devotees filled with pure love, месте, где твои чистые преданные, наполненные чистой любовью, aspire to take birth even as a blade of grass, стремятся родиться даже как травинки. Grantara Shrimad Bhagavatam Ki Shri Prahlad Maharaj Ki Bhagavan Narasingha Deva Ki Sri Sri Gaur Nikaya Ki Srila Prabhupada Ki.